Прокомментируй, пожалуйста, игру. Вроде неплохая игра, не контролировали, пропустили гол, пошли отыгрываться, отыгрались. И, наверное, немножко не хватило концентрации на последних минутах, немножко не хватило, не знаю, вроде опытная команда, но вот именно опыта нам не хватило где-то чуть придержать мяч, сбить темп команды и заработать 3 очка. Очень нужны. Что не удавалось в первом тайме? Почему были такие вроде бы неактивные? Не знаю, надо пересмотреть игру. Вроде бы то, что нам говорили, у нас получалось. Единственное, что точно могу сказать, очень большие были разрывы между линией обороны и атакой, и поэтому не было подборов. Вот, и поэтому игра шла такая на встречных. То есть длинная передача, проиграли подбор, нас атакуют. И вот такие качели какие-то были. В одной из которых пропустили гол, ну, собрались, вернулись в игру, но чего-то не хватило. Что тренер сказал в перерыве? С какой установкой вышли на второй тайм? Победить. Мы вышли победить. Мы верили в свои силы. Тренер нам сказал, что вы можете, я в вас верю. Но чуть-чуть нам не хватило, не знаю, концентрации какой-то. Как-то так. С каким настроением ждешь следующего матча? С плохим. Мы не занимаем свою позицию, на которой должны идти. Поэтому в следующей игре нужно отдать все силы, чтобы выиграть ее и идти дальше. Чего можно ждать от матча со Слонием? Я не знаю, чего можно ждать от матча со Слонием. Ждать можно чего угодно, но скажу за себя, что я буду делать все, чтобы команда выиграла. Спасибо. И вам спасибо. Удачи. Спасибо.